друзья, всем огромный привет. Вот у нас зима еще не началась. Я решил съездить на рыбалочку. Но на рыбалочку не с удочками, не со спиннингом, а на донке, на налима. Вот, накопал червяков, вот, взял доночки. И сейчас иду на такое неплохое место. Когда-то оно было, конечно, я уже здесь давно не был. Вот, хочу попробовать поставить на ночь. Неделька постояла морозная в Белоруссии, у нас в Бобруйске. Вот, как бы думал, уже будет зима, скоро налет, но нет. Вот, хочу попробовать поймать налима. Берег обрывистый, куда я иду. Хотел сначала на нашей стороне реки, со стороны города, но потом подумал, что могут людей полно. И найти эти донки, знаете, как. Вот. Может, лучше я посплю и позже немножко приду их проверять. Вот. Сегодня у нас пятница. Я с работы. Уже, знаете, уже сумерки начинаются, уже начинает темнеть рано. Кое-как успел. Вот. Все, друзья. Сейчас пока разложусь. Надо будет палочки выстрогать для донок. Ну, доночки, закидушки. Кто из рыболова знает, такие самодельные мотовила с небольшим количеством лески. Ну, сейчас покажу. Все, друзья, наверное, подхожу я уже. На колесах снег. Вот. А вот река. Вот. Местные узнают, конечно же. Вот место. Вдали виден ТЭЦ. Один Бобруйская. Туда немножко выше по течению у нас дамба. Водонасосная станция. Так, вот такой вот бережок. Сейчас пройдемся. Ну, какой-то. А, водоемчик, ну да. Тут и лед стоит, кстати. Лед. Опа, ну тропинка как бы есть. Но не совсем такая. Ух! Блин, а тут, конечно, ладно пролезть. Думал, ребята, дальше проехать. Блин, наверное, по времени не успевал. Не успел бы. Хочется успеть до темна поставить. Ух ты. Видите? Ух ты. Вот такое вот болотце. Пробираемся. Фу, тут уже бобер постарался. Ну вот такое вот неплохое место вроде бы. Ой, давно я тут не был. О, тут дерево упало в воду. О. Ну как бы глубины тут небольшие. Пытался я когда-то здесь и сома ловить, но чертам у меня тут не получилось. Мелочь попадается. О, бобер тут уже себе хатку построил. Вот. Вот он сюда и лазит. Ух ты! У него тут по ночам идет стройка, кипит во все. Вот. Ну что. О, берег, конечно, очень такой ненадежный. Ух, завалы какие. Друзья, не знаю. Тут очень много зацепов будет. Сейчас немножко дальше пройду туда. Обойду конкретное такое дерево. И тут не забросишь. Дальше. Длинные донки я кидать не буду, коротенькие. Тут, конечно же, зацепов будет.
что поделаешь. Что поделаешь. Так. Так, друзья, грузик у меня концевой. На конце. Вот. Поводочек от грузца сантиметров, наверное, 40-45. И поводок, леска 0,35. И большой крючок. Вот. Сейчас наживим червячками. Черви попались крупные. Вот, целую одеваем большую такую гирляндочку. Червь, кстати, навозный. Вот. Нашел такое место, что червячки попались хорошие. Вот, друзья. Наживочка. Так, все. Все, забрасываем. О. Опа. Оп. О, первая есть. Ух ты, высота здесь. Ой, обрыв такой. Не залезь прямо. Речки крупненькие. Да, крючки ставлю большие, карповые. Ну и от того, что большая рыба, конечно. От того, чтобы объемную насадочку сделать на лиму. Побольше червячков. То маленький крючок мелочь объест, либо сорвется, где-нибудь запутается. А крупная наживочка, она видна на дне. Вот. Удивительно, я сегодня таких классных червей нарыл, огромных, больших. Бывало такое, что попадались на лимы, даже не зацепливали жалом крючка. Просто хватал, я его вытаскивал, а он просто держал в зубах вот так вот пучок червей. Вот. Но это было уже, правда, давно. Я уже давненько такой рыбалочкой не промышляю, но... Погодка такая у нас, решил попробовать. Вот, друзья. Кстати, хватит, наверное, давайте я. Вот такая вот наживочка. Вот получилась крупная. Видно? Вот, надеюсь, видно. Так. Вот. Заброс. Опа. Коротенькая, метров 7, наверное, от берега я забросил, и хватит. Вот такая, друзья, наживочка на налима. Что, друзья, вот что и говорил. Вот последнюю донку кидал, и два мужика стояло рядышком, смотрели. Вот, они, наверное, собаку выгуливают, но вот не факт. Ну, я думаю, что зачем им моя донка, правда? Вот хотелось бы, чтобы не брали. Ну, возьмут, что поделаешь, на их совести. Вот, еще две доночки сейчас заброшу и домой. Походка такая классная, тихая. Еще какие-то водовороты присутствуют. Как ямка небольшая. Думал, перешагну через эту бобриную канаву. Ни черта.
придется обходить. Блин, столько дорог всяких понатаптывали люди. Раньше столько не было. Была одна тропинка, я по ней пошел, по кругу. А тут смотрю, одна, вторая, третья. Короче, тут ходят и ходят. Последние годы воды мало в реке. Повысыхало все. Раньше и тут вот старичок заход был такой полноводный, рыбка клевала, лещ попадался, лещик вот здесь вот прям даже ловили с удочками. Теперь вот, обычно осенью вода большая, вот тебе вода. Представляете, как вообще мелеют реки наши, озера. Будем надеяться, что зима будет снежной хотя бы, ладно, уже с морозами. Пускай хоть снега навалит. Водичка нужна. Вот. Ну ладно, еще одну доночку надо вставить. Уже как-то еще более стемнело. Вот такая вот наживочка, друзья. Крупненьких червячков. Буду забрасывать. Ну вот, друзья, забросил 5 доночек в надежде, что попадется налимчик. Ну, не факт, конечно, не всегда ловится рыба. Ну, вот захотел я так порыбачить сегодня. Вот. Сезон открытой воды продолжается. Не знаю, может быть, у нас он и до весны будет таким. Вот. Посмотрим. Вот. Ловлю на червяка, живца не ставлю. Как-то пробовал на живца, но не очень. Вы знаете, у нас и налимы небольшие, не крупные. Это вот, может быть, севернее где-нибудь. Витебщина, Витебская область. Туда ближе, может, Псков. Там вот реки, я знаю, попрохладнее, каменистые. У нас Березина, она такая более песчаная река. Ну и, конечно, климат. Все зависит от климата. Но налим есть. Но крупных я не ловил. Грамм 600-700, так как на севере ловят, там по 4, по 5 килограмм, даже более, ну, таких точно нет. Вот. Ну, посмотрим. Дай бог, что-нибудь попадется. Вот, немножко сейчас посижу. Ну, в принципе, минут 10 посмотрю, чтобы никого не было. Доночку забросил вот буквально за выходом старичка. Здесь как бы доступ свободный, люди могут подходить, конечно. Но что поделать? Я думаю, ночью здесь никого не будет. Вот. Сзади меня дымят производственные трубы деревообрабатывающего комбината. Утки смеются с меня. Вот. Ну все, друзья. Видео, надеюсь, получится. Следующую часть обязательно сниму, даже если ничего и не попадется. Вот. Покажу. Ну, все, до встречи на реке.